Составление договоров аренды на блокчейне, а затем мониторинг арендной платы. Такую последовательность работы обрисовал Ян Вильям Сантинг в интервью для Deloitte. Релиз на сайте сообщает, правительство Роттердама, инновационный центр Кембриджа, CIC и Deloitte начали разработку блокчейн-приложений по недвижимости. Концепт включает в себя запись договоров аренды инновационного центра Кембриджа на блокчейне, что позволит стартапам быстрее и проще заключать контракты. Запись юридических контрактов в блокчейне – это первый шаг на пути к более эффективному и прозрачному управлению недвижимостью.